Если они не будут видеть положительный опыт, естественно, они будут бояться и не будут идти в предпринимательство. И вот подобного рода форумы, а этот форум уже 85-й, и как сегодня уже правильно сказали, то, что в Рязани он второй раз проходит, он призван как раз-таки, самая основная задача — показать, что предпринимательство — это здорово. То, что предприниматель становится хозяином своей судьбы, своей жизни. Он формирует сам свой вектор развития. Второй аспект, который мы всегда подчеркиваем, предпринимательство не является экономической единицей, это социальная единица. Там, где в муниципалитетах есть предприниматель, там появляется жизнь. Там остается молодежь, там остаются дети, там начинается развитие муниципалитетов. Там, где предприниматель ушел и вошли крупные корпорации, деревни исчезают, муниципалитеты исчезают. И вот, наверное, две такие вот большие задачи – это популяризация и именно поддержка предпринимательства в муниципалитетах. Наш форум, он, ну, изначально, когда вот эта идея родилась, она сейчас, эта вот идея развивается, растет. Ну, география уже — это практически вся страна. Мы были в Сахалине, Благовещенск, Калининград, то есть практически везде. И то, что вот поддержка руководства, руководства области, поддержка предпринимательства – это, наверное, лучшее доказательство тому, что это дело нужно и его надо продолжать. Я желаю всем успеха. Как говорится, дай Бог, не последний раз. Будет интересно, приедем еще раз. Спасибо. Спасибо большое за Газизову. Мы долго искали человека, который очень хорошо и доступно и красиво рассказал о сегодняшнем программе. И мы нашли этого человека, создателя этой программы, разработчика, фактически встречайте. Руководитель оргкомитета. И вообще-то обычно я руку подаю девушке. Я уже думал, ты сам будешь рассказывать про программу. Нет, а позвольте представить все-таки. Руководитель оргкомитета национальной премии «Бизнес-успех», член президиума «Опоры России» Дарья Юрьевна Сунцова. Мы очень благодарны правительству Рязанской области и всей команде экономического блока за такое вот неравнодушие и к нашему проекту в том числе. Знаете, наш опыт, мы проводим 8-й, 9-й год премии «Бизнес-успех», показывает, что это такой показатель общего неравнодушия к проблемам малого и среднего предпринимательства. А что сегодня будет? Форум, как и все остальное для предпринимателей, это возможности. Возможности, которые мы сегодня вам приготовили, есть в программе в печатном виде. И обратите внимание, что мы двигаемся дальше. За 2 года, пока мы не были в Рязани, у нас появилось приложение. Пожалуйста, скачайте прямо сейчас приложение App Store или Google Play. «Бизнес-успех». Вы легко узнаете его по домкрату. Там есть не только вся программа, возможность задать вопрос эксперту и возможность проголосовать за лучшего предпринимателя в номинации «Народный предприниматель». Мы считаем, чуть лучше, чем шоу «Голос», поэтому есть приложение. А что сегодня нас ждет? Конечно, наша главная сессия, то вот ради чего мы уже несколько лет путешествуем по России, это поиск и тиражирование успешных примеров развития малого бизнеса. И прямо после открытия в этом большом зале мы услышим очередные топ-20 успешных историй малого бизнеса центрального региона. Из нескольких регионов были заявки. Мне тоже очень любопытно, кто сегодня победит. Те самые золотые домкраты ждут своих героев вместе с нашими призами. В этом году мы дарим MBA победителя. Но, вы знаете, было бы лукавством считать, что вот малый бизнес сейчас — это только хорошие новости и успешные примеры. Поэтому насыщенная программа, более 15 отдельных тематических сессий и круглых столов, не только про позитив, но и про проблемы малого бизнеса, возможность задать вопрос экспертам и поговорить о потенциальных точках роста сейчас. Такими возможностями для предпринимателя мы считаем несколько основных тем.
первую очередь туризм, отдельный мастер-класс с Юлией Зубовой, специалиста с колоссальным опытом и в муниципалитете, и на федеральном уровне, которая расскажет о потенциале туризма, ну, в том числе для муниципальных образований Рязанской области. Конечно же, моя любимая тема – это женское предпринимательство. В этом году специальные круглые столы, посвященные тому, как государство помогает женщинам начинать свой бизнес. Круглый стол по участию в закупках. Буквально несколько часов назад я прилетела из Вены, участвуя в семинаре по закупкам ООН. Вы знаете, я была поражена тому, насколько система закупок в России, ну вот в некоторых моментах превосходит такие слабо или цифровизованные системы некоторых международных организаций, но тем не менее рынок 177 миллионов евро, он тоже есть, так же как есть рынок закупок Российской Федерации. Я постараюсь рассказать про выход на международный рынок, а про закупки у малого бизнеса, представитель корпорации МСП, главной инфраструктуры поддержки малого бизнеса в России, тоже сегодня с нами и расскажет подробные детали, ответят на ваши вопросы. А после небольшого перерыва, который тоже важен, потому что общение, знакомство – важная составляющая форума, у нас будет мастер-класс по продажам, одна из ключевых тем проблем малого бизнеса, особенно на снижающемся рынке. Продажи, правильное выстраивание системы продаж от Сергея Семенова. И также по теме «Доступное финансирование» выступят эксперты Промсвязьбанка, нашего постоянного партнера проекта «Бизнес-успех». Новые инструменты в сфере господдержки и новые тренды на рынке кредитования. А по выходу на экспорт, опять же, ключевая российская инфраструктура по поддержке экспорта, российские экспортные центры представляют свой мастер-класс «5 шагов по выходу на экспорт». Это не только для тех, кто уже экспортирует и решил воспользоваться возможностью помощи государства, но и для тех, кто только задумывается об этом, видит курс рубля, курс доллара и думает о том, что можно поставлять за рубеж экспорт товаров, экспорт услуг, и как инфраструктура поддержки может помочь вам в этой работе. И от ВТБ банка электронная коммерция для малого бизнеса, прекрасные международные гиганты, которые в том числе могут быть таким импульсом к развитию электронной коммерции для малого бизнеса, как поставщиков электронных площадок. Кстати, с особой гордостью я хочу представить пич-сессию про наставничество от Максима Шадрина, который был победителем премии «Бизнес-успех» одного из прошлых сезонов, и вот сейчас уже выступает в другом качестве на этом форуме. Ну и в 14.30 мы начинаем пленарную сессию. Роман Плюсов, ведущий новостей на канале «Россия-24», как раз закончил прямой эфир утренних новостей, знает все последние события, ну и выехал для того, чтобы быть модератором нашей пленарной сессии, подведение итогов, главные темы и, конечно, в конце дня «Золотые домкраты», призы лучшим предпринимателям национальной премии «Бизнес-успех», которую мы традиционно вручаем, ну, уже второй раз в Рязани. Я желаю всем нам хорошего и продуктивного дня. Напоминаю, что вся программа есть в приложении «Бизнес-успех», в распечатанной программе. Ну и уверена, что волонтеры, которых вы легко узнаете по футболочкам «Бизнес-успех», помогут вам сориентироваться в этом прекрасном гостеприимном здании. И хорошего вам дня. Петр, я не должна прощаться, да? Вы возьмете это на себя? Я возьму. Хорошо. Спасибо. Прощайте. Все. Дамы и господа, Всероссийский форум «Территория бизнеса. Территория жизни» считается открытым. Ура! Мы приглашаем всех участников форума занять места в различных конференц-залах, на пленарных сессиях, которые только что рассказала Дарья Юрьевна. И здесь пройдет в этом зале, через 5 минуточек уже начнется открытие конкурса для предпринимателей. Поэтому все те, кто является участниками конкурса регионального этапа национальной премии «Бизнес-успех», а также с удовольствием и с упоением хочет насладиться их выступлением, оставайтесь здесь. Члены жюри, безусловно, этого конкурса остаются также на своих местах. Всем спасибо большое. 5 минут разбегаемся по мастер-классу. Я здесь.
Первый ряд просим не занимать на первом ряду жюри. Со второго ряда по остальным, пожалуйста. Меня зовут Иван Золотарев. Я представляю семейное производство, компанию «Сапожковские минеральные воды». Для жюри сейчас специальные места, удобные, будут организованы. Группа «Пустыня» произвела стажировка в компании, когда с нуля компании выросли до огромных корпораций. Мы переговорили со мной.